Проанализировав результаты своей деятельности за прошлый год, руководство нашего предприятия решило провести рекламную кампанию. В рамках маркетинговой стратегии мы планировали начать производить фасовку нашего популярного продукта в индивидуальном полиэтиленовом пакете. Планировалось осуществлять фасовку путем дозирования сыпучего препарата от простудных заболеваний в Саше-пакетике. Потребитель, используя дозированный Саше-пакетик, может приготовить препарат в форме суспензии, которая хорошо усваивается организмом. Мы на протяжении 20 лет занимаемся изготовлением фармацевтических препаратов, все время осваиваем новую продукцию. Наше предприятие входит в состав крупного производственного объединения в Перми. Начать производить препарат в Саше-пакетиках планировалось через 5 месяцев, чтобы, главным образом, в самые короткие сроки провести рекламную кампанию. Мне, как ведущему технологу подготовки производства, поручили найти оборудование, которое обеспечит фасовку препарата в Саше-пакетике с возможностью увеличения производительности машины. Основными критериями поиска были, во-первых, оборудование должно быть полностью автоматизировано, подача пакетика, сварка шва, обрезка. Во-вторых, управление машиной должно быть простым и понятным. Машину планировалось разместить в цехе сборки и фасовки. Важным условием было, по сути, обеспечение производительности не менее 10 тысяч пакетиков в смену при односменной работе предприятия и возможностью последующего ее увеличения. Для выпуска препарата планировалось использовать прозрачные пластиковые пакетики. Как технолог я понимаю, что на всех этапах производства важно соблюдать требования, предъявляемые к фармацевтическим препаратам, уровень влажности, температуру в помещении. В фармацевтическом производстве необходимо проводить аналитический контроль качества сырья, готовой продукции. Мы должны использовать качественное оборудование для обеспечения требований гигиенических служб. Поэтому к вопросу выбора автоматическое оборудование для фасовки препаратов в полиэтиленовые пакетики я подошел со всей серьезностью. Решение непростой задачи я начал с самого популярного способа – поиск в интернете. По рекомендации коллег первым делом я обратился к европейским производителям. Самостоятельно я выбрал два компании, одна находится в Италии, другая – в Нидерландах. Отправив заявку им на электронную почту, через 3 дня я получил ответ от итальянской компании, которая сообщила, что не сможет поставить оборудование в связи с приостановкой его производства. Компания из Нидерландов написала в электронном письме, что не работает со странами СНГ. Первый шаг оказался для меня не очень удачным. Я понимал, что нет безвыходных положений, и продолжил поиск решения задачи. Аналогичное оборудование фасовки препарата в Саше-пакетике я нашел у 3 китайских производителей. Связался с ними по телефону. Менеджеры выбранных мной компаний не ответили мне, сможет ли их машина запаивать швы, обрезать пакетики в автоматическом режиме, обеспечит ли она производительность 1000 пакетиков в час. Когда можно получить готовую машину? На все эти вопросы я слышал фразу «Мы все сделаем». Одна компания начала со мной разговаривать на китайском языке, и я закончил беседу. В итоге я сделал вывод, что самостоятельно выбрать оборудование для фасовки в Саше-пакетике у меня не получится, и решил обратиться к специалисту. Мне нужен был профессионал, который, в принципе, даст полную информацию о машине, ее возможностях, протестирует на оборудовании с нашим материалом, расскажет об условиях поставки. Китайских посредников изначально решено было, по сути, не рассматривать. Так как часто производители из Китая имеют своих прямых посредников. Я не хотел проходить этот этап заново и решил обратиться за помощью к российским посредникам. Выбор специалиста я производил, основываясь на следующих критериях: длительный период работы на рынке продажи фармацевтического оборудования, положительные отзывы клиентов, доступность информации на сайте компании, удобные условия поставки машины. По этим параметрам мною было, по сути, выбрано 4 компании. Отправив всем запрос по электронной почте от 2 компаний, я так и не получил ответа. Одна фирма предупредила, что у них нет своего специалиста по наладке, и всю процедуру по установке оборудования необходимо будет производить самостоятельно. Этот вариант меня не устроил. Только один менеджер компании из Москвы смог быстро дать мне грамотные и конструктивные ответы на мои вопросы. Мне также понравился деловой подход этого специалиста. Менеджер данной фирмы обращался вежливо, задавал много уточняющих вопросов о требуемой мощности оборудования, какой материал мы используем для фасовки, объем загрузки. После предварительной консультации по телефону,
Специалист предложил автоматическое оборудование для фасовки продуктов в Саши-пакеты. Я согласован этот вариант с руководством нашей компании, и мы заключили договор на поставку выбранной машины. Весь период изготовления я получал на электронную почту отчет о готовности моего заказа. Когда машина для фасовки в Саши-пакеты была, по сути, сделана, менеджер выслал видеоролик оборудования. Рабочая зона была, по сути, закрыта прозрачной пластиковой дверью. В оборудовании предусмотрен воронкообразный бункер для подачи порошка. Оборудование устойчивое и установлено на металлической платформе. Готовые пакетики попадают на транспортерную ленту, которая перемещает их в место сбора. Мой заказ был доставлен в указанный по договору срок. Саши пакетики формировались из рулона рулонов с голубой фольгой. Для фасовки порошка предусмотрено 7 дозаторов. Процесс полностью автоматизирован, сварка, обрезка саше пакетиков. Отходы от фольги скручивались на валу. Мы в течение 2 недель после получения автомата смогли его установить, произвести наладку и обучение работника. Как итог, запустили в производство фасовку препарата в новой саше упаковке всего за 4 месяца. Возможно, я не получил бы такого отличного результата в такие короткие сроки, в общем, если бы прошел путь по подбору машины самостоятельно. Опыт показал, что решение обратиться за помощью к профессионалу в выборе автоматического оборудования для фасовки порошка в Саши-пакетике было, по сути, правильным.